Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня стартануло обновление 10.07. Появилась масса нового контента. Имеется новый предмет, ониксовое колечко. И к нему имеются различные гемы. Конечно, камушки нужно вставлять с умом. И камушки эти, само собой, стоит добыть для начала. Мы идем в хранилище, мы открываем дверцы, решаем различные загадки и лутаем их. Получив три нужных камушка, мы их апгрейдим с помощью скрафченного от ювелиров предмета и вставляем в свое колечко. Таким образом оно повышает общий item level. И в тот момент, когда мы вставляем высокоуровневые камушки, колечко, да, тоже растет по item level. Все 424 камушки, и колечко получается тоже 424 item level. Грустно, конечно, что оно без вторичных стат, но сила камней довольно-таки высока, для некоторых классов прям чересчур высока. Разумеется, стоит понимать, что какой-то камушек слабее, какой-то камушек сильнее на каком-либо классе из пеки, поэтому стоит знать свой бис-лист этих камушков. Хочу предоставить вам руководство, в котором полностью все рассказано о том, какие камушки на какой спек нужны. От себя же добавлю, что имеется еще интересный камень для ДД под названием «Камень сурового мороза», который позволяет нам немножко засчитываться в какой-то момент, пережить атаку босса на каком-нибудь высоком тираническом ключе, например. Это реально полезно. Перейдем давайте к руководству. Best stones for all classes in Dragonflight. Лучшие камушки для всех классов в дополнении Dragonflight в обновлении 10.07. И тут у нас вся таблица абсолютно идет по всем классам. Играем, например, на ДК, кликаем на ДКшечку и смотрим. В рейд, например, на Анхолика, нам нужны эти три камушка. А если мы, например, не знаем, как они называются по-русски, то мы берем, прокликиваем первый камушек, второй камушек, третий камушек, вкладки прогружаются, нажимаем на глобус, выбираем язык русский, и таким образом камень гулкого грома, к примеру, да? То есть каждый камушек таким образом мы просто-напросто переводим. Листаем далее, имеется для демонхантера, для друида, для пробудителя, для охотника, для мага, для монаха, для паладина, для жреца, для разбойника, для шамана, для варлока и для воина. То есть все-все-все абсолютно можно посмотреть и все-все-все абсолютно можно изучить. В скором времени сделаю видосик касательно апгрейда камней, их добычи и какие-либо еще темы касательно колечка и сокетов будут рассмотрены. Если у вас есть вопросы, а я уверен, они у вас имеются, можете задать их в комментариях. Постараюсь ответить абсолютно на все. Ссылочку на это руководство оставлю в описании к видосу. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!